Друзья, всем привет! Как сегодня обстоят дела на границе Россия-Белоруссия и как проехать границу сегодня? Сегодня у нас 22 августа, 23 год. Как просили многие подписчики, чтобы пошагово все рассказал, как это делается. Рассказываю. Первым делом подготовили свою машину, взяли документы, взяли вещи с собой, ну, смотря кто для чего едет. Заправились изначально у дома. Дальше едете по трассе, там, по необходимости, смотря кто откуда, заправляетесь по необходимости. И дальше заправляетесь крайний раз перед границей. Перед границей будет несколько заправок, и одна из них — это Роснефть. Непосредственно мы сейчас заливаем полный бак. Бензин и дизельное топливо в России дешевле примерно на 20%, чем в Беларуси. Поэтому, чтобы немножко сэкономить, заправляемся полный бак и уже въезжаем на территорию Беларуси с полным баком. Также еще надо оформить зеленую карту. Как сделать зеленую карту, сейчас все вы увидите. Также еще хотел сказать, что едем мы с прицепом, с детьми. Посмотрим, как проедем границу. По поводу заправки Роснефть, это не реклама, просто реально самая низкая стоимость вот по всей трассе. 57 рублей, то есть нормальных заправок. Лукойл, Петроль и все остальное 59-60. Короче, на Роснефти пока самое оптимальный ценник. Иду оформлять зеленую карту. Страховка, которая будет действовать на территории Беларуси. С собой взял паспорт, права и СТС-ку на автомобиль. Три документа. Посмотрим, что скажут. Ну что ж, друзья, не так все просто. Подошел я сюда. Здесь все закрыто. Страховая согласие. И написано: обращаться на АЗС БПМ. Понятно. Все, пошли обратно. Так, нашел я эту точку, но пока не оформим, понадобились документы еще на прицеп. Сумма 1190 за легковую машину и прицеп дополнительно 300 рублей. Здравствуйте. Детский садик, не спорю. Это трое. И, Оль, давай еще. Вот еще. Ваня, залезь обратно. Так, паспорт. Что детишка? И дети вот. Пятеро. Где пятый? Где-то, вот, где-то один там лежит, маленький совсем, вот он на руках. Его сегодня очень. Это наши. Это мои. Да. А, вот эта девочка, это мальчик. Вещи. Спасибо. Спасибо большое. Сколько у вас там? Ну что, проехали мы. Проехали мы российскую границу. Да, прицеп детей много, прицеп не смотрели. В целом достаточно. То проверка документов и все. Все, сынок, проехали. С белорусской стороны, получается, вообще не было. Только все,
одна граница, а я не поставил. Я... Подписывайтесь на канал, а послезавтра поедем в Мирский несвежский замок, будет интересно.